Здравствуйте. Меня зовут Чулпан. Фамилия Хаматова. Я артистка. В данный момент, уже второй месяц, я нахожусь в Латвии, в лесу, со своей семьей, тремя детьми. Прочту вам стихотворение Анастасии Орловой, которое мне очень нравится. Выйти в лес, прикинуться деревом, встать просто и просто стоять. Может быть, лет 100, а может быть, минут 5. Не вспоминать ни о чем, ничего не загадывать. Просто расти во все стороны и каждый год цвести. И каждый год давать и давать плоды, искусно сделанные из земли и воды. В облаке голова, трава у подножья. И так хорошо, мурашки по коже. А лет через 200 дупло себе завести прямо в области сердца. Вот здесь, смотри, с быстрой и теплой белкой внутри.